В Сиамском заливе, недалеко от побережья Камбоджи, находится самый большой остров Вьетнама – Фукуок. Его площадь 574 квадратных километра. И еще 40 лет назад здесь проживало около 10 тысяч человек. Сегодня же более 110 тысяч. Рабочие места создает быстро развивающийся туристический сектор. В прошлом году остров посетило более 870 тысяч гостей, что принесло почти 140 миллионов долларов дохода. У правительства есть план к 2020 году привлечь на Фукуок 2 миллиона 300 тысяч отдыхающих. Появляются новые отели и рестораны, строят дороги. Если сравнивать ситуацию в 1997 и сейчас, то это небо и земля. Для местных это изменение к лучшему. Я разговаривал со многими. Они говорят, что долго этого ждали, потому что для них это работа. В 2014 году власти Вьетнама разрешили всем туристам приезжать на Фукуок на период до 30 дней без виз. А двумя годами ранее здесь открылся международный аэропорт с прямыми рейсами из Японии, Таиланда, Сингапура и Гонконга. Я не знаю точных цифр, но могу сказать, что улицы стали оживленными в те периоды, когда раньше этого никогда не было. Развитие инфраструктуры – это хорошо. Впрочем, многие теперь опасаются, что с наплывом туристов остров станет грязным. Кроме того, он может лишиться своей культурной идентичности. Многие туристы, которые приезжают на Фукуок, выбрасывают много мусора и не беспокоятся об окружающей среде. Некоторые иностранные туристы едут сюда ради нетронутой природы, но другие туристы эту природу уничтожают и не заботятся об экологии. Тем временем на острове ищут новые способы привлечь больше отдыхающих. Помимо пляжей здесь предлагают и экскурсии. Например, в бывший лагерь для военнопленных.